друзья. Лена приветствует вас. А мы вместе с Веной тоже присоединяемся к этому приветствию. Сегодня будет шествие в честь Святого Патрика. И мы с Францем решили присоединиться к этому шествию и присоединить вас всех вместе с нами. Так что мы идем сейчас к Шотенкирхе. Оттуда начинается шествие. 10 часов утра. И посмотрите, сколько народа в кафе «Централь». Все на завтрак пришли. Перед нами Шотенкирхе во всей красе. Около церкви какой-то такой интересный рыночек. Лена готовится уже к Пасхе. Пройдем немножко по рынку, поэтому. Представляете, вот эти мочалочки классные. Вот эти вот 16 евро. Это, кстати, натуральные. А это какие-то изделия, видимо, из врагов. Визитная карточка. Брецел венский. Да, шоколадки. А здесь можно купить лоточек разрисованных декоративных яичек. Стоит 8,90. Представляете, что я тут увидела? Was kannst du sagen? Ganz lieb, aber ich habe den Eindruck, das sind überall die Wurstbewegungen. Weihnachtsmarkt, Ostermarkt, ist überall das Gleiche. Вот Франц говорит, без разницы, какой рынок, новогодний рынок или пасхальный рынок, везде продают одно и то же. Ну и еда. Петушок, а? Петушок, скорее всего. Мне кажется, вот эти вот даты... И имена это кто рисовал, но это мои догадки. Вообще здорово сделали, мне нравится. На рождественском рынке мы тоже видели эти конфетки. Кайзер шприцер 4,50. И заесть яйцом. Одно яйцо 1 евро стоит. Сегодня у нас солнышко, тепло. Правда, немного... Опять-таки ветрено. Такая атмосфера праздничная. В общем-то, молодцы австрийцы. Они из ничего сделают праздник и будут наслаждаться жизнью. Шауенвер. Месса. А дяденька собирает пожертвования. Мы с Францем ненадолго заглянули Шотенкирхе, немножко засняли мессу. Неудобно так вот явно снимать, люди молятся, поэтому чуть-чуть я выставлю видео. Так интересно.
Мне нравятся шляпки. Мне прям соус. Я айса шоу. Представляете, сколько с собачками, а? Ириши. Какой-то клуб, не могу прочитать. Собачий клуб, наверное. Viele Leute. Aha. Пошла с группой, а Франц меня не видит, почесал вперед. Warte. Hast du nicht vorne geblieben? Nein. Такое интересное ощущение, вот когда идешь в этой группе. Такой прям восторг. Мы пришли к Михаилу Плат. Процессия пойдет.
от улицы театра, а мы с Францем отсоединяемся на Михаэле плац. Ну и у нас есть еще одно ультрапосещение. Все, народ пошел дальше, а мы с Францем идем в другую сторону, друзья. Лошадки какие классные, а? Мы с Францем из первого района перебазировались в 14-й. И сейчас мы идем в ирландский паб и попробуем зеленого пива. Главное, чтобы сами не позеленели. Очень такой стильный ирландский паб. Мне прям очень понравился. Ja, das ist gut. Das ist für Glück. Мы заказали с Францем два пива зеленых. Вот, смотрите на двери. Это Килькенни. Это пиво ирландское, если я не ошибаюсь. И нух вас Гуннес. А Гиннес. Гиннес. Я ни разу первый раз слышу. Мы взяли помес, картошечку и вот зеленый фирменный пиво. Франц какой-то такой болотного цвета. А у меня, мне кажется, зеленого. А между прочим, вполне приятно. Ну, да. Франц говорит, что это зеленое пиво подают в этих ирландских пабах только в то время, когда празднуют вот этот день Святого Патрика. Друзья, имейте в виду, кто в Вене или кто решил приехать в Вену. Вечером места здесь надо заказывать. Днем можно зайти так, покушать. Есть также меню. Где-то сейчас я. Можно выбрать. Вот, не знаю, видно или нет. Это митекс меню. Можно прийти с 11 до 4 часов и подешевле покушать. Так что имейте в виду. Но мы с Францем особо кушать не хотели. Решили попробовать это зеленое пиво. Я взяла маленькую кружечку. Да, вот мне кажется, мое это позеленее, да? Или просто так на камере? Да. Ну, это, в общем-то, мне кажется, что-то сюда просто для цвета добавлено и все. Восстанцию жалко. Ну, выбор Патрик Стар. Да. Патрик Стар. Я finde es ganz, ganz lieb und ganz lustig. Hab nicht gedacht, es kommen so viele Leute. Und Leute feiern, haben gute Laune, warum nicht? Pudelsackmusik ist, wenn du 10 Minuten hörst, dann trotzdem. Ganz gut.
Франц говорит, шествие ему очень понравилось. В общем-то, весело было. И мы не думали, что будет столько много народа. И, конечно, вот под эту волынку идти, она, конечно, уже под конец действовала на нервы. Вот. Дудлсак. Да. Но, во всяком случае, было очень приятно ощутить себя немножко ирландцем. Да, я себя ощущала ирландкой, шотландцем, наверное. Я шутишь. Жалко, что у Франца не было юбки и вот этих гольф. А вообще, в следующий раз, если мы когда-нибудь попадем, обязательно шапку наденем и сольемся с группой. Друзья, мы с Францем приятно насиделись в этом Irish Pub. Супер. Да. Ресторан мне очень понравился. Я думаю, мы пришли сюда не в последний раз. Ненавязчивая музыка, удобно так посидеть, приятная кухня. В общем-то, атмосферно, рекомендуем. Да, и по ценам, в общем-то, вполне нормально. Приятное пиво. Желаем вам побольше улыбок, всего самого наилучшего, не унывать, побольше думать о позитиве и до следующих встреч в эфире. Пока! Пока!